Хорошо билась. Лучше любого шерифа. Даже лучше Чикаты. Вы были не просто друзья? Да. Когда он покидал деревню, я всегда переживал за него. А теперь его нет. Мне жаль, Ката. Он много для тебя значил. Нет-нет. Ты помогла всей нашей деревне и утешила душу старого солдата. Вот, возьми. Ты заслужила. Ты юна и сильна, тебя ждет много побед. Но ты можешь навестить меня. Вдруг захочешь на охоту. Вполне возможно. Ты меня не видишь.
только вы. Холод не причинит ей вреда. Здорово! Я наверняка смогу его забрать!
Я раскрыта! Припасы для ловушек. Гарнет подготовился к охоте. Солнце уже низко.
будет проще. Thank you.
Элой, какая честь! Твоя доблесть нас вдохновляет. Нападут твои враги. Не теряй силу. Наша сила, твоя сила. Да, это она. Защитница Скулеру. Да будет быстрой твоя победа. В общем, я тут подумала. Я хочу присоединиться к охране вождя. С чего это вдруг? После всего произошедшего... Смотрите! Смотрите на видение! Ладно, классно получилось. Ты ее определенно заслужила. Привет, защитница. Взгляните, как десятые... Они были прорваны слишком быстро. Можно вопрос? Конечно. Эй! У меня есть для тебя еще голоса. Они помогут многое узнать. Новые голоса. Спасибо. И я принесла тебе новые голоса. Ты чтишь павших. Мы все еще так мало знаем о той войне. С каждым новым голосом я понимаю все больше. Посмотрю, приведет ли сигнал к другой записи. Трех часов хватит для создания оборонительного рубежа. Опытные солдаты так не говорят. Подвела разведка. Враг был слишком быстрым. Взгляните, как десятые действовали в густой чаще лесов. Не думай, что я забыла о нашем споре. Ты должна мне 20 осколков. Иди с честью страницы. Не понимаю, о чем ты говоришь. Да брось.
Бой на арене против ледоклыков? Испытания в охотничьих угодьях непросты. Но они и не должны быть простыми. В общем... Мятежники управляют машинами, да? После всего произошедшего, все клинки Танаты должны служить одной боли. Для клана. Говорят, битва на посольстве была очень жестокой. Тогда я с тобой. Волосы цвета крови. Та, что летает на крыльях десятка. Моя сила, твоя сила. Служи памяти десятых. Конец битвы, начало мира. Как грубо. Thank you.
Гляньте, кто пожаловал. Элой, сюда. Пришла за реваншем? Давайте начинать. Не выиграть. Повезет в другой раз. Готово. Разберусь.
тобой разберусь. Приз. Но я надеюсь на реванш. Элой, решила поучаствовать в гонке? Пока уберу в запас. Кажется, ты готова к бою. Очень предусмотрительно. Пройдешь мимо, упустишь выгодную сделку.
Отлично. Теперь все дроны переподключены.